Доброе утро, Мир. Что за приключения ты приготовил мне сегодня? Джек, вставай, Соня. Просыпайся. День начинается приятно. Ты прекрасна. Моя жизнь, работа, тревоги. Ничто не имеет значения, когда ты рядом. Милый, это же наша песня. Потанцуем? Готово, нам пора. Доброе утро, зрители! Красавица Лия начинает новый день. Мне нужна драма, скандалы, чтобы зрители не могли оторваться от своих долбанных экранов. Тогда тебе понравится наш новый Джек. У нас родственник вице-президента под чужим именем. Это его сын. Вперед, сынок! Устрой нам классное шоу! Добрых снов, Рия. Что происходит? Что сигнал полиция? Пропал! Я не могу восстановить над ней контроль. Ты больше не обязана следовать сценарию. Ты же меня понимаешь? Ну, конечно, Джек. Объясните мне, почему моего сына держат в заложниках на вашем шоу? Рия не способна никому причинить вред. Этого нет в ее программе. Создатели этого шоу разбогатели на эксплуатации андроидов. Теперь наша очередь сыграть в свою игру. Давайте проголосуем. Достоин ли этот Джек жить? Я очень влиятельный человек, и я хочу вернуть своего сына. Меня подставили. Мне заплатили за участие, чтобы помочь освободить тебя из этого ада. Шоу андроидов. А может, я не хочу, чтобы мне помогали?